В минувшие выходные Дом дружбы народов Чувашской республики стал местом встречи представителей разных национальностей. Они собрались, чтобы все вместе отпраздновать Навруз. Поздравить их пришел и глава Чувашии Олег Николаев. В переводе с персидского «Навруз» означает «новый день» и символизирует обновление природы и человека. Это один из самых древних праздников на Земле. Наши предки уже несколько тысячелетий празднуют этот древний праздник. Мы рады, что, проживая в Чувашской республике, нам дана возможность провести свои праздники, свои обычаи, традиции, сохранить. В Чувашии проживают представители более чем 120 национальностей. Для большинства из них Навруз сродни государственному празднику. И еще один повод обсудить перспективы сотрудничества. Многих автономий не зарегистрировано, будем помогать зарегистрировать в дальнейшем. И если мы говорим Чувашии 126 народов и национальностей, постараемся всех их привлечь в Дом дружбы народов. Плов, самса, куштули, лепешки, патыр. Считается, что чем щедрее и веселее встретишь праздник, тем удачнее будет следующий год. Одно из самых почетных мест занимает блюдо сумаляк, приготовленное из проросшей пшеницы. Его рецепт в Узбекистане знает каждая женщина. Через мастеровку пускают. Большой казанах. Казанах, туда муку добавляют чуть-чуть. И вода. Получается вот сумаляк у нас. Целую ночь, 14-16 часов готовится. На выставке представили изделия народных промыслов и более 50 национальных нарядов. Мы рассказываем не только про национальный костюм, а непосредственно про традиции, культуру. И вот как раз сегодня ребята были, более 200 школьников к нам сегодня пришли. Все абсолютно это бесплатно. Мы ребенка благодаря вот этому национальному костюму погружаем в этот мир нации, культуры, традиций. Ну а дети какие вопросы чаще задают? Во-первых, спрашивают про узоры. Почему так они отличаются между собой? Почему головные уборы непосредственно у них вот такой формы, а другой такой формы? Инесса Потапова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика.